Если вы укололись на море морским ежом и в шоковом состоянии не знаете, что вообще делать, то обязательно досмотрите ролик до конца. Морскому ежу достаточно побывать у вас на руке, как небольшими нажатиями иглы впиваются в кожу. Сразу же место уколов промойте водой, после чего обработайте антисептиком. Лечение от укола морского ежа заключается в немедленном удалении иглы. Вытягивать иглы нужно осторожно, чтобы их не сломать. Боль может продолжаться до нескольких дней, после чего сделайте водно-уксусный раствор и прикладывайте примочки на рану несколько раз в день. Раны со временем воспалились, и в одном из проколов идет красное выделение. Кто хочет увидеть продолжение, переходите в мой телеграм, ссылка в закрепленном комментарии.